Бабка Ёшка Пичерс представляет. Не забудьте подписаться на мой канал Велислава энд Ко. Ну что, продолжим учить нашу связку? И сегодня мы выучим вторую часть. Смотрите и танцуйте. Камон! Показываю только руки. Повторяйте все за мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У вас круто получается! Давайте еще раз. Каждый раз руки возвращаем на место перед собой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь покажу ноги. Закончили первую часть вот так. И теперь ножки. Будем шагать из стороны в сторону. Сначала нужно поднять правую ножку. И раз. А потом сразу поднять левую. И раз. Если мы подняли правую ножку, значит нужно шагать вправо. А если левую, то влево. Поняли? Ну что, начнем. Раз. 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 Посмотрите, моя левая нога стоит на полу пальца. С нее начинаем шагать следующий шаг. И раз. А теперь правая на полу пальца. Теперь с нее начинаем. И раз. А теперь быстрее. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Вы умницы. Сделаем еще быстрее. Раз. Два. Три. Четыре. А в танце нужно всего лишь сделать три раза подряд. Начинаем с правой ноги. И раз. И два. И три. Та-дам! Good! Теперь соединим ноги и руки вместе. Давайте вспомним, что было. Ноги поставим на ширине плеч. Руки нужно вытянуть вперед. Когда шагаем с правой ноги, голова уходит вправо, а руки влево. И раз, два, третий раз мы встаем в позу. И три. Голова. И четыре. Делаем все подсчет. Раз. И два. И три. И четыре. А теперь попробуем под музыку. Нога левая впереди. Мы были в выпаде, потом прыгаем и делаем поворот. Выпрыгиваем коленками вперед. И четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Па-бам! Вот мы стояли в выпаде. Пам-пам. Раз. Левая нога спереди, правая сзади. Делаем поворот, ноги меняются местами. Теперь правая спереди, а левая сзади. И выпрыгиваем ноги в сторону. И выпрямляем колени. Теперь добавим руки. Когда мы прыгаем на крест, руки в стороны. Пять. Когда поворачиваемся, руки скрещиваем. Когда выпрыгиваем, руки кулачками поднимаем вверх.
7. А на 8 делаем хей. Хей. Соединяем быстрее. 5. 6. 7. Хей. 4. 5. 6. 7. 8. Хей. Теперь с музыкой. Ну что, получается? А теперь соединим всю вторую часть. Давайте вспомним. Теперь быстрей. 5, 6, 7, 8. Сегодняшний урок окончен, а в следующем видео мы соединим первую и вторую часть. Всем пока!